Какой чудесный день, чтобы поискать сокровища. Что бы ни случилось, сегодня я доберусь до катакомб. Твой энтузиазм заслуживает восхищения, но, возможно, тебе стоит попридержать коней. О, доброе утро, гуру. И Гокуто, что-то случилось? Я просто зашел поблагодарить вас обоих за помощь во время вчерашнего небольшого инцидента у заграждения. Но тебя-то это как касается. Ну, если бы горожане услышали, что чужеземцы сломали заграждение и скрылись с места происшествия, я лицо улицы чужеземцев, и все свалили бы на меня. К счастью, до этого не дошло, благодаря вам двоим. Должно быть тяжело нести ответственность за всех нас, чужеземцев. Вот именно, мне и в самом деле не помешала бы небольшая помощь кое с чем. Да, и с чем же? Если вы снова столкнетесь с Мэлори, приведите ее ко мне. Я сказал ей извиниться за то, что она сделала, но она убежала в карьер и с тех пор не возвращалась. Мэлори? Девушка, которая напала на нас с помощью магии? Ты хочешь, чтобы мы привели ее сюда? А как же, разумеется, ты получишь хорошую награду, возможно, даже печать. Птичка принесла мне на хвосте, что ты своего рода коллекционер. Ну так что, по рукам? Хорошо, я постараюсь во время поиска сокровищ. Вполне подойдет. Вздыхает. Так и знал, что ты это скажешь. Ну, в следующий раз ужин за твой счет, да? Это еще недорого. Я буду на улице чужеземцев. Найди меня, когда девчонка образумится. Усиления после купания закончились. Так, ладно, бежим дальше. Так, нам надо найти Мэлори в карьере. Но это попозже. Получится сундук со 100 бакви. Сундук со 100 бакви. Хорошо. Интересный сундук. Так, отправляемся туда теперь. Так, ну, на окраину города, может, там где дополнительный квест. Ренбир. Так вот, значит, та Тина, о которой столько говорят. Я Ренбир, отвечаю за оборону города. Ты что-то типа командующего? Я и не знал, что здесь есть такие звания. Звания? Ха, кого волнуют такие глупости? А? Главное то, что в твоем сердце, дитя. Я взялся защищать этот город, потому что так велело мое сердце. То есть ты сам себя назначил главным? Никого лучше для этой задачи не найти, уверяю тебя. Как бы то ни было, у меня есть для тебя приказы. Приказы? Для меня? Нам чудовищно не хватает оружия, нужно срочно что-то предпринять. Если ты предлагаешь печать, не обязательно вести себя как адмирал. Печати. О, опять печати. Да вы все с ними просто с ума посходили. Ладно, если без этого никак. За работу. Так точно. Добыть железную руду в карьере. Так, ладно, тоже попозже. Нам надо вернуть. Так, надо на первую сначала улицу сходить. Понятно. Делать было тут нечего. Так, очки. Эти очки были тебе нужны. Они самые. Без подобных очков невозможно разглядеть дисперсию в крошечных драгоценных камнях. Засим, подготовка к торжественному открытию завершена. Позволь мне поставить печать в твою карточку. Получена печать. Повышение уровня. Лавка аксессуаров готовится к открытию. Получено 500 бакви и 500 опыта. Разнообразные аксессуары могут усилить ваши способности. Так, что-то их много. Кольцо живучести. Так, ну ладно, читаем сразу тогда. Усиление. Максимум очки здоровья плюс 5, атака плюс 5. Такое у нас уже есть. Кольцо силы. Можно, видимо, второе нацепить. Физическая защита плюс 5%, магическая защита, опыт плюс 5%. Это, кстати, надо бы.
Шанс критического удара 5%, повышенный шанс выпадения плюс 4%, повышает шанс выпадения ресурсов из врагов. Шанс выпадения редких предметов, редких ресурсов из врагов. Допустим, повышенное выпадение повышает вероятность получения большего количества ресурсов 4%. Повышенный шанс улова при рыбалке плюс 4%, поймать лучшую рыбу. Повышает навык добычи ископаемых плюс 4%. Повышает вероятность добычи камней и руды более высокого качества. Повышенный шанс улова при охоте плюс 4%. Повышает вероятность поймать лучшую дичь на охоте. Так, ладно, это, видимо, все попозже. Нашла что-нибудь? Где? Где эта вещь? Нашла. Она в сундуке с сокровищами. Это обычные деньги, я не могу оценить их стоимость. Да, здесь ровно 100 бакви. Здесь что? Слушай, Гокута чудаковатый тип. Мне кажется, он испытывает твое мышление. Ты искал вещь, которая стоит 100 бакви, но Гокута имел в виду не что-то конкретное. О! Он сам сказал что-то вроде «оценивает каждый по-своему, мнение может различаться. Нельзя найти то, что стоит ровно 100 бакви». Хороший ростовщик умеет мыслить вне коробки. Он именно к этому тебя и подводил. И правда ведь? Ты гений. Сейчас отнесу ему монеты. Ой, пока не забыл. Сейчас проставлю печать. Получена печать. Повышение уровня. Ломбард готовится к открытию. Получено 500 бакви и 500 опыта. Не хватает места на складе. Продайте что-нибудь в ломбарде и заработайте бакви. Владелец Рене. Так, попробуем. Так, у нас на складе-то место есть. Здесь-то вроде у нас ничего не забирается. Тем не менее, так, 700 бакви. Слишком дорого как-то. Так, ресурсы, расходники можно продать. Они дешевые уже. Аксессуары можно продать. Это, в принципе, хорошо. Не хватает бакви, продайте здесь ненужные аксессуары и ресурсы. Цены постоянно меняются, не упустите момент для выгодной сделки. Так, хорошо, тогда... Не, ну редкие камни нам самим, наверное, нужны. Громадная ветка, 3 штуки. Нет, наверное, нам пока все понадобится. Так, ладно, с тобой что надо поговорить? Не подведи, девочка. Так, ну, Кирки мы что узнали? Мы узнали про Кирки. Ему этого недостаточно. Так, ладно, добудем, что у нас там еще есть по квестам. Активные. Так, слишком много. Принеси мне шкуры. Восклицательный знак. Ну, видимо, что она здесь находится рядом с нами, что ли. Попробуем перейти куда-нибудь. А нет, Накс тоже здесь. Либо то, что это сложное. Накс, по сути. А, это то, что у нас выбирается основным квестом. Все, мы здесь навигация. Все, можно выбирать что, то, что мы будем выполнять. Так, допустим, это. Здесь больше не с кем разговаривать. Так, ладно. Тогда. Так, сокровища. В большом лесу. Гриб-смоковик. Так, возьмем шкуры. В принципе, идем в большой лес. Вариантов немного. Так, заряженная атака. Нормально. В принципе, долго задерживать-то и не надо. Правда, два щелчка бывает. Видимо.
первый. А, это что, он такой короткий? Здесь больше волна идет. Так, хорошо. Так, а shift? А shift это можно клониться, что-то типа. Блок ставить. Так, хорошо. Хорошо, запомню. Пока что нам это не надо. Так, собирать нам надо с них. Какие ресурсы. Лишними не будут. Так, ну шкура это надо вниз, надо туда будет идти. Там, где мы дрались на таком неком мосту, где краску брали. Берем налево, мы пока не пройдем. Так, что-то мы его как-то сбили, его атаку. Он готовился к атаке. Лесной кристалл, это что-то редкое, что-то редкое попалось нам. Эти кристаллы, периодически встречающиеся в большом лесу, наполнены природной энергией леса. Ладно. Походу критом, мы, наверное, сбросили ему атаку. Так, вот здесь должна быть шкура у нас. Надо вовремя. Так, черная шкура. Черную шкуру получить. Хорошо. Древний обломок. Так, теперь отсюда убегать. Так, теперь нам надо. Ладно, это мы тогда сменим квест. Сундук с Хоганом в большом лесу, сокровищ Хогана. Опять надо до этого до дерева идти. Куда-нибудь сюда. Может, прямо у него. Все, вот у нас перед двойной прыжок, кстати, прямо забыл. С этим теперь справляться очень просто. Громадная ветка. С него падает громадная ветка, в принципе, можно было так продать. По 700. Так, сюда нас так и не пускают. Ну, кстати, можно перепрыгнуть теперь. Нет.
Видимо, потом мы сюда придем. С другой стороны. Может, здесь будет сундук? Нет, здесь сундука нету. Так, отправляемся тогда в лесную пещеру. Пойдем дальше. Искать сундук. Сокровище Хогана. Так, отлично. Единственное, что плохо, что у нас теперь... У нас места нет. Уголь ресурсов заполнено. Мы ничего не можем взять. Но вот это нужно. Так, с этим теперь просто справляться. Так, а сможем ли мы что-нибудь выкинуть из сумки? Выбросить? Да, можно. Так, выбросим. Камень, сахар, слизь. Так, слизь, наверное, выбросим. Так, все отлично. Грибы надо собрать. Так, опять заполнено. Так, крыло гаргульи, допустим, 5 штук выбрасываем. Давайте собираем. Грибы нам пригодятся. Будете любить прикольно они так. Славно стоят в одном месте. Так, ну все, наверное, надо добраться до указателя. И уйти отсюда. Я вернулась. Вот то, о чем ты просила. Ух ты, спасибо, спасибо. Да, до этого может должно быть... Да, этого должно быть достаточно, чтобы я смогла... Ты смогла? Ой, ох, забудь. Вот тебе печать. Получена печать. Опа, 1000. Так, Накс. Вот грибы, которые ты просил. Потрясающе, этого хватит на дорогу до соседнего города, если придется сюда бежать. Пора начать сушить этих малышей на солнце. Погоди, ты обещал мне печать. Ох, точно было дело, вот держи. Получена печать. 500 опыта. И все. Так, теперь нам надо вторая улица. Я нашла твой сундук, Хоган. И я перед тобой в долгу, Тина. Теперь я наконец смогу открыть лавку. Думается мне, ты заинтересуешься в моих товарах, так что заглядывай. Непременно. Печать дал. Получена печать. Повышение уровня. Обменная лавка готовится к открытию. Получено 500 бакви, 500 опыта. Обменивайте свои товары на что-нибудь из запасов обменной лавки Хогана. Здесь вы также можете обменять печати на награды. Угу. Так, древесина, камень, 100 бакви и получить просто древесину. А можно руду обменять. Обменяйте свои товары на что-нибудь из запасов обменной лавки Хогана. Вы также можете обменять печати на награды, если захотите. Так, ладно, руда. Так, руда 5 штук. Редкость 5, видимо. 5 звезд. Либо выгодно, может. Да вряд ли выгодно. А печати. Получено печати 17.
Нет, я бы не хотел, чтобы у меня 10 печатей забрали. 100 печатей. Серьезно? То есть можно получить 100 печатей в игре? 160. Вечные узы. Позволяет выполнять бесконечное количество связанных атак. Все атаки наносят критический урон. Вот хорошо. Повышает шанс выпадения предметов из убитых врагов до 100%. Когда-то этот доспех украшал рунного голема. Он легкий и прочный, отлично подойдет для создания новых доспехов. Так, ну здесь всякие обломки. Кристаллы. Клубника. Без этой крупной вкусной клубники не обходится ни один десерт. Так, ладно, здесь тогда мы будем копить, наверное, больше, наверное, не бесконечное количество связанных атак. А вот эти все атаки наносят критический урон, то есть 150 на печати. Копим 150 печати. Так, это у нас продать или продажа предметов? Так, а нам надо вот идти. Так, где у нас волшебная сумка? В принципе, здесь пускай будет только ХП. Это можно убрать. Так, ну максимум можно на силу, атаку. Криты пускай будет. Все, остальное все продаем. Помимо, есть ли в этом смысл? Нужно что-то и покупать. Так, мы можем какой-нибудь один аксессуар прикупить. Так, эти пока не можем. Освобождение ресурсов, но слишком мало. Смысл на это тратится. 4%. Ни о чем. Хотя мы можем же еще на второго кидать. Это тоже есть аксессуары. Ну, ладно. Ничего не будем делать. Кузницу нам пока не прокачать. Руда нужна. Здесь просто недоступно. Так, по квестам у нас осталось расспросить. Разузнать, какое дело будет прибылен улица чужеземцев. Я решил открыть в этом городе свое дело. Я непривередлив и займусь всем, что принесет прибыль. Знаешь, что тут нужно людям. Так, и нужно вооружиться. Не знаю, я вроде уже везде побегал. Кто с нами больше не будет разговаривать. Опыт надо прокачать. Вторая улица, потом выйти, так мы сразу доберемся до центра. Здесь направо. Гостиница. А, вот оливье еще есть тут. Оливье. Слушай, если бы ты открывал здесь дело, то какое? Говорят, неплохо зарабатывают те, кто устанавливает ловушки. Да и нетрудно это занятие. Ловушки? Так, еще раз надо. Так, ну гостиницу можно использовать. Так, что у нас не хватает? Хватает. Опыт. Так, значит, ищем тогда с кем еще поговорить. Может, они по одному появляются? А вот Витя появилась. Слушай, если бы ты открывал здесь дело, то какое? Знаешь о канале в лесу? Я слышала, за рыбу, которая водится в нем, можно неплохо поднять бакви. Правда? Надо будет ее поймать. Только нужна будет удочка. Столько идей, столько мнений. Сообщить Филиппе. Я расспросил у местных, но, в общем, что могу сказать? Единого мнения о том, какой способ заработка будет лучшим, нет. Извините, что не смогла помочь.
помочь? Помочь? Да ты помогла мне больше, чем можешь себе представить. Да ну. Кирки, ловушки, удочки. С этим можно работать. Я открою лавку инструментов. И стану богатым. Спасибо огромное, девочка. Вот тебе печать. Ну, мы сейчас сами что-нибудь купим. Получена печать. Повышение уровня. Лавка инструментов готовится к открытию. Получено 500 бакли и 500 опыта. Повышение уровня. Это уже наше. Все инструменты, которые могут потребоваться искателю приключений. Самые лучшие топоры, кирки, удочки и ловушки в одном месте. Так, лавка инструментов. Кирка уровень 2. Руда нужна. Позволяет раскалывать породу, чтобы добывать камень и руду, в том числе тяжелый камень и огромные запасы руды. Все необходимые искателю приключений инструменты в одном месте. Топоры, кирки, удочки, ловушки выбирайте. Удочка первого уровня. Позволяет ловить рыбу в местах для рыбалки. Древесина 3 штуки, а у нас их 48. А, и 1000 бакви. Ладно, берем. Получена удочка. Так, ловушки уровень 1. Требуется руда. Позволяет добывать мясо, ставя ловушки для дичи. Потом. Удочки. С этим предметом в подземельях можно рыбачить в предназначенных для этого местах. Чем выше уровень вашей удочки, тем больше видов рыбы вы можете ловить. Так, мы сходим, проверим. Так, место для рыбалки. Действительно сальто делать. Рыбалка. Чтобы поймать рыбу, нажмите нужную кнопку в подходящий момент. Понятно. Понятно. Успех. Получена рыба. Открыто достижение. Вам первая рыбалка. Так, партнеры. Взять в отряд гуру. Первая рыбалка. Впервые поймать рыбу. Так, я не знаю, сколько здесь можно ловить. Долго, недолго. В принципе, ловится сложно, дается просто рыба. Так, ну еще парочку поймаем, потом вернемся в город, посмотрим, что нам дадут. Ну, какое-нибудь блюдо, может быть, с рыбой связанное. Ну, как раз нам, наверное, остановиться надо же. Так, все, хватит. Так, а, возвращаться теперь через указатели. Так, рыба. Прочитали про нее. Ничто не сравнится с рыбой на вкус. К счастью, ее хватает всем. Так, запеченная рыба с травами. Плюс 2. Атака плюс 0,2. Кулинарное заклинание, рассеивающее запах рыбы в богатом букете трав и специй. Так, используем. Теперь можно купить запечатанную рыбу с травами. Хорошо. Так, дальше что у нас? Лесной салат. Травы, гриб, смоковик. Закройте глаза, когда будете есть, и вы услышите шепот ветра в листьях. Прокачиваем только тину. Так, здесь что-то мы могли. Вот это мы, видимо, могли. Но закончилось. Так, ладно. Потом. Значит, потом. Так, все, отправляемся в карьер. В принципе, мы все же выполнили. Нужно вооружиться, но это только в карьере. Значит, да, оставляем туда найти, поймать ту девушку.
Тина, я слышал от Гокута, что ты ищешь ту девушку, Мэлори, так? Ну да, поищу, пока охочусь за сокровищами, конечно. В таком случае тебе придется охотиться не в самом безопасном месте. Она сейчас с той стороны заграждения, достаточно глубоко. Есть небольшой трюк для его открытия. Где-то там должен быть рычаг. Надави на него изо всех сил. Изо всех сил? Поняла. Увидимся, когда вернусь. Карьера. Отбивание камней. Гуру может отбивать снаряды своим большим мечом, возвращая их туда, откуда они прилетели. Камни и другие отмеченные снаряды можно отбить своевременным ударом. Я могу еще так сделать. Так, собираем руду. Нам нужно много руды. Мы отбивать не можем. Столько гуру. Ну ладно. Так, нам походу туда надо будет. Либо нет. Обычно зелье исцеления. Так, уровень 24. Мы 12. И скоро мы сможем эти кристаллы открывать. То есть они разные бывают. Синие, то есть все стихии, видимо. Наверное, земля. Так, ладно, прыгаем тогда вниз. Там никого не видно. Кто там? Кстати, можно туда забраться. Немножко бакви подсобрать. Сейчас у нас сколько его? Здесь что-то не видно. Ну, ладно, здесь напишут. 20-20. Маловато. Так, подналетели-то. Так, а как там заряжена атака? Так нам было бы проще изначально делать. Так, наверх нельзя. Вроде прям много. Так, можно выполнить один или несколько полученных квестов. Так, мы, видимо, уже 10 руды набрали. Разбивание щитов. Не только боссы прячутся за щитами. Если вам попался соперник со щитом, помните, что большой меч гуру наносит особенно мощные удары. Так, а если мы? Мы тоже неплохо наносим урон. Так, и грибы какие-то новые. Гриб-светляк. Или проход. Все, бабки. Мы не зря поднимались. Понятно. Не успели переключиться и ударить.
пройдем пока что. Главное, много-много руды. Она нам пригодится. Ну, в принципе, мы уже все сможем прокачать. А, вот так вот прям блок хорошо срубается. Так, не успели. Нет, слишком долго. Это слишком долго. Так, а направо что там было? Не узнаем, походу, пока что. Нам, по идее, надо направо. А, это короткий путь мы откроем. Все отлично, не зря зашли. Получен медальон первопроходца. Что за медальон? Повышает шанс выпадения ресурсов из врагов. Пусть будет. Так, ну туда мы пока прыгать не будем. Потом, видимо, мы сможем как-то еще выше прыгать, что ли. Либо мост какой-то там появится. Медальон счастливой случайности. Так, это у нас что? Шанс критического удара. Так, да, тебе тогда пускай шанс крита. Так, тебе тогда аксессуар. Я не знаю, надо им бегать или не надо им бегать, чтобы получить этот шанс. Так, у нас сумка переполнена. Так, там что-то редкое, поэтому надо что-нибудь выкинуть. Только не руду. Соль можно выкинуть. Так, окаменелые останки. Вот она, попалась. Вы больше не будете терроризировать этот город, и я не промахнусь. Душевный волшебный снаряд. Да что не так с этой девчонкой? А ну стоять, мерзавцы, перед вами страж мира новой Неваи. Ведомая священным светом руны Мэлори снова. Непреклонная защитница любви и справедливости. Я не знаю, с кем ты по-твоему разговариваешь, но мы всего лишь парочка искателей приключений. А ложь не поможет вам сбежать. Злобное выражение лица, запах жажды крови. Вы оба просто бандиты. Я узнаю бандита из тысячи. По одному только запаху. И ты позволишь ей так говорить о тебе? А разве она не о тебе? Мэлори, прошу, выслушай нас. Я хоть не за сокровищами, я никогда не стала бы воровать у тех, кто жив и здоров. Докажи. Прошу прощения. Если вы действительно обычные искатели приключений, то докажите. Как ты хочешь, чтобы мы доказали тебе это? Подожди, я знаю, вот смотри, как карточка для печатей. Карточка для печатей? Тьфу, из-за тебя нас убьют. Видишь, это разрешение на добычу, подписано и скреплено печатью временного мэра. Бог мой, да это же почтовая карточка, в конце концов, вы просто искатели приключений. Мне очень жаль. Хух. Как странно, обычно я не ошибаюсь. Я была уверена, что эти охотники за линзами явятся сегодня. Охотники за линзами? Да, вы их видели, верно? На окраине города. В катакомбах много линз, бандиты одержимы ими. Внизу полно руды и артефактов, но их интересуют только линзы. И почему ты так уверена, что они придут сюда сегодня?
Несколько дней назад была обнаружена огромная необработанная линза, а вместе с ней и рудный голем. Правда? Надеюсь, ты не шутишь, девчонка. Я бы не стала шутить о таком. Вот почему я подумала, что они придут. Нам нужно отправиться на ее поиски прямо сейчас. Подожди, нам же сказали отвезти девчонку в город. И вообще, она могла разбить эту линзу, когда напала на нас вчера. Ах, верно. Мэлори, мы не за линзами пришли, мы здесь, чтобы вернуть тебя в город. Приказ Гокуто. Все так и есть, все беспокоятся о тебе, так что пойдем с нами, хорошо? Нет. Нет? Он злится на меня за то, что я сломала заграждение, да? Значит, внезапно ее волнует заграждение. Да никто не злится на тебя, здоровье уже разобрались, так что все в порядке, давай же. Нет. Настоящая волшебница бы не убежала после того, как устроила беспорядок. Настоящая волшебница бы поступила правильно. Нет, ну и чушь. Ты не похожа ни на одну волшебницу из тех, что я знаю. Вообще. Вообще? Ты с ума сошел? Тихо. Послушай, даже волшебница может ошибаться. Но не все ошибки так уж плохи. На некоторых мы учимся. Если ты напортачил, сделай шаг назад, остынь и подумай о том, что можно было сделать лучше. Обсуди с приятелями или родителями. Так ты становишься лучше, не так ли? Так волшебница и поступает. Я не прав? Но, шмыгает носом, я совершил ошибку. Ну тогда как насчет того, чтобы пойти домой? Хорошо. Как ты это сделал? Ресурсы. Так, все забираем. И сохраняемся. Так, Ранбир. Думаю, я достала все, о чем ты просил. Впечатляюще. Ты справилась лучше, чем я ожидал. Возможно, из тебя еще получится солдат. Поставь печать, и я отправлюсь на службу, ладно? А, точно, ты хотела печать. Вот, у меня еще будут для тебя приказы, рядовая. Так, 19-я печать. Получен опыт 1000. Так, идем дальше. В принципе, у нас с квестов больше ничего нету. Осталось только поговорить как улица чужеземцев. Зугакута. Гакута, смотри, кто пришел. Так. Прошу прощения, что пришлось вас побеспокоить. Вот ваша печать. Ну что, Мэлори, тебе есть что сказать? Мне так жаль. Я сделаю шаг назад, успокоюсь и поговорю со своими друзьями и родными о том, что сделала не так. Вы только поглядите, с чего это ты вдруг стала такой скромной? Вы уверены, что нашли ту девушку, что я просил? Вполне. Что ж, грех жаловаться. С этого момента ты будешь осторожнее, договорились? Да. Думаю, что наши друзья заслуживают дополнительных извинений. Вчера они помогли тебе разобраться с пробоиной. Правда? Да, без проблем, но нам лучше бы уже возвращаться. Это верно, у нас полно дел. Что ж, не будем задерживать вас ни на минуту. Да и нам тоже стоит извиниться перед временным мэром. Да, Мэлори? Да. А мы пойдем. Хорошо, давай вернемся и найдем этого рудного голема. Печати есть. 300 опыта. Как бы квест завершен. Главный квест 8. Победить рудного голема.
Для начала мы прокачаем оружие. Теперь у нас руда есть. Так, прокачаем наше оружие. Так, попробуем еще раз. 71. Дальше недоступно. Так, ну и тебе тоже. Почему бы и нет? Так, руда закончилась. Так, странно, у нас вроде ее много было. Так, оружейная лавка. Здесь посмотрим. Так, здесь у нас недоступно. Так, глянем, почему у нас так быстро руда закончилась. Что-то я не смотрел, сколько там все стоит. Видимо, все слишком дорого было. Все, понял. Мы квест давали на 10 руды. У нас было, по-моему, как раз таки 13 или 14. Так что мы, в принципе, все сдали. Так, ладно, больше тогда разговаривать не с кем. Остается только победить рудного голема. Опыт 1000. Несколько дней назад в карьере заметили рудного голема с огромной необработанной линзой. В третий раз повезет, правда? Я иду за тобой, рудный голем. Так, ну идем, да. Вариантов-то немного. Так, ты что скажешь? У тебя есть еще печати? Как бы все.